это тракторное средство сделано на базе КАМАЗа 65-115, да, то есть мы взяли шасси, установили туда КАМАЗовский мост. Но мост сам по себе не КАМАЗовский, у него баншо КАМАЗовское, а внутри редуктор более усиленный. То есть передаточное отношение там 22:1, а у КАМАЗа 18:1 идет. То есть там еще более пониженная передача. За счет этого получается больше крутящий момент. То есть и мы можем как бы, то есть установлено большое колесо, для этого нужно больше крутящий момент. Вот. И вся мощность, то есть передается на заднее колесо. Вот переднее колесо у него ведомое, то есть не ведущее. Вот. Двигатель у него стандартный, никаких там доработок нету, раздатки у него нет, коробка обычная, то есть все обычное. То есть за счет того, что более усиленный мост, мы смогли решить проблему вот этого крутящего момента. Вот. И он у нас тянет как настоящий трактор получается, то есть ему даже не нужен передний ведущий мост. Вот. Таскает он четырехрядный 6-метровый дискатор, культиватор 5-метровый на глубину до 25 сантиметров, то есть каток 12-метровый, пожалуйста, за посевами, то есть прикатывать посев, да, дисковый, то есть можно использовать как обычный трактор. У него есть полноценная навеска сзади, зарифицированная третьего класса, вот. То есть можно прицеплять навесную технику, то же самое, то есть без проблем. Гидравлика у него внутри, то есть там подведены рычаги, дополнительно там на 4 секции вывод сзади есть для подключения оборудования. То есть это полноценный трактор, да, полноценный трактор. То есть вполне комфортабельный, отопление все есть, кабина, сами понимаете, на амортизатор, то есть все есть, как обычный трактор получается, но зато комфортабельный. Ну, то есть это же не МТЗ, не что такое. Работает как трактор. Вот момент такой, получается, на него какие права нужны, чтобы на нем работать? На дорогу общего пользования он может выехать? Да, да. Зарегистрировать? Конечно, конечно. А права, получается, какие? Тракториста или автоводителя категории С? Тут достаточно категории С. Ну, водительской категории. То есть КАМАЗовская категория вполне достаточно. То есть обычный водитель, да, грубо говоря, на нем, да, может, да, конечно, может работать. Конечно, конечно. А вот у него кузов самосвальной платформы? Кузов мы можем сделать любых вполне. Тут идет двухсторонняя разгрузка, то есть по бокам. Можем сделать трехстороннюю, это по заказу уже, то есть, да. Вот. Можем установить дополнительные грузы, если там идет дополнительная нагрузка. То есть, если идет обработка, например, по мягкой почве, то есть идет пробуксовка, не хватает веса, можем добавить вес грузы, да, было больше сцепления. Ну да, кузов, грубо говоря. Нет, там есть специальные места для этой установки. То есть, то есть какие-то металлические грузы? Предусмотрено, конечно, конечно. То есть пластины определенно там по 45 килограмм, можем поставить 10-20 штук. То есть это по заказу, по требованию. Ну вообще тут можно, наверное, проще решить, просто загрузить что-нибудь в кузов и все. Да, да, можно так сделать. То есть мы первоначально, когда делали, просто положили там два блока бетонных кранов, да, и все. То есть, пожалуйста, можно песок положить. В конце концов. Да, да, сыпануть. Да, 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 да. А здесь рама, получается, вы говорите, обычная, просто она без переделок. У него идет КАМАЗовская рама и идет надрамник. Уже надставка для навеса. Более усиленный, да, 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 да. Более усиленный надрамник. Там труба 200 на 120, стенка 8, то есть усиленная. Вот. И установлены на штатные места КАМАЗовские, то есть это можно без проблем сделать. Вот. В принципе, вот и все. То есть рама, задняя часть, которая нагружена, она усиленная. Мы им сеяли 5-метровой сеялкой, дискокультиваторной, универсальной. Вот. Я уже повторюсь, работа на дискаторе четырехкратном. В принципе. Что ваше? Это получается, пока он единственный выпускает зону, да? Или нет? Или это... есть еще? Есть еще. Это наш испытательный, который у нас здесь впервые сделали. А то есть заказы уже были какие-то или нет? Есть на него заказы, да. На него даже спрос есть. Вот такая техника. Понятно, да. Очень интересно. Такой вот автомобиль-трактор. Более подготовка и по
вот это вот гидравлический. Видно управление гидравликой. Здесь монитор установлен, то есть камера заднего вида есть, видно, что происходит сзади. Так, что еще? Ну, все остальное здесь стандартное, камазовское. Так, это я понял. Надрамник идет. Покрышки. Так, вот размерность 28,1 на 26 FD12D. Здесь гидравлическая навеска установлена, гидровыходы, вот она камера заднего вида, то есть довольно-таки мощно. Кузов, конечно, высоко очень расположен. Там видим гидроцилиндр, получается. Платформа у нас здесь представлена, опрокидывается на бок, то есть самосвал. Это открывание, закрывание бортов. Передний мост не ведущий, управляемый просто. Если кому-то интересно, под видео оставлю ссылку на более подробные технические характеристики.